Всем привет! Приближается пора зимних праздников, а значит уже сейчас хочется окунуться в атмосферу радости и безудержного веселья. Прошлый Новый год я отмечала в Египте, в отеле Alibaba Palace. И сегодня мне хотелось бы поделиться с вами воспоминаниями о том, как же классно это было. Alibaba – это, наверное, мой самый любимый отель в Египте. Первая линия от моря, огромная территория трех отелей, объединенных вместе. Возможность пользоваться сразу тремя пляжами, один из которых с пологим песчаным входом, отлично подходит даже для маленьких детей. А кроме того, здесь всегда потрясающая анимация, веселое шоу и зажигательные дискотеки. Дальше самого-самого верха. Там ресторанчики. В этой части видео я покажу вам сам новогодний ужин и фуршетный стол, а в следующей – обалденную новогоднюю вечеринку. Оставайтесь на моем канале, чтобы ничего не пропустить. Это я пришла смотреть фуршетный стол. Мама сейчас собирается в номере на Новый год. Я хочу смотреть закусочки всякие. Может быть, что-нибудь скушаю. And a happy new year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a happy new year.